Дорогие друзья, здравствуйте. Мы возвращаемся. Начинается Эрангель. Три карты впереди. Четвертый матч группы А и С. Самолет на экране. Поехали дальше командам. Надеемся, что Эрангель будет поинтереснее для тех команд, кто до этого не смог показать результаты высокие, кто не смог набрать много поинтов или вообще какие-то нормальные поинты вменяемые заработать за три игры. Впереди такие же три игры, но только на одной привычной любимой карте. Ну все, понеслась, друзья. Спасибо нашим англоязычным коллегам за аналитику. Все было очень интересно. Ну и вот теперь, в общем-то, для команд группы С все только начинается на этой карте. Нужно опробовать свои споты, но, как бы, опять же, время на разминку уже нет. Нужно зарабатывать очки, добывать результат в этих матчах. Ну и давайте посмотрим, будет ли второй день подряд. Сосновка. Одна должна быть по-любому. Не все, сегодня отмена. Но уже лимит, мы уже вышли за лимит. После две вчерашних шифтов. Две сосновки для всего турнира, это и так много. Тем более там сколько. Подожди, вчера была пол сосновки. Но она была все равно там частично, какое-то время была в зоне, потом, ну ничего. Было знаешь, если была в зоне, то все, это считается. По сути, была одна из трех, потому что первая это был шифт на сосновку, а потом от нее обратно на верхний остров. Это, конечно, самая сложная зона для всех, кто пропустил, друзья. Это было очень непросто для многих коллективов, но давайте это посмотрим. Это было больно для многих команд. Да-да-да. Ну что, Нави, желтые домики, набережная чистится, рядышком торнадо, здесь все понятно. А вот и зона под Ясной Поляной. Вот это интересный поворот. Может быть, Сталбер? Нет? Не верю. Ну, это вновь вот начинается. На севере слишком много воды. Разделена, получается, карта частично. Там, западная часть карты, можно сказать, условно, разделена пополам из-за того, что есть эта речушка небольшая, и тебе нужно использовать мосты. Подожди, ты что, хочешь сказать, что зона сейчас уйдет на рожок, и там вот этот кошмар начнется? Ну, вроде чуть-чуть не похоже, да, вот на ту страшную зону. Когда... Не, рожка не бывает, подожди. Рожок же ноль раз был в зоне вообще. Ну, я имею в виду не сам рожок, а когда там вторая, третья зона у тебя и четвертая, у тебя вода вот по центру залив, и ты думаешь, где тебе со стороны рожка находиться, либо на ту сторону наверх. Сейчас вроде попроще, да, тут как бы Ясная Поляна, залив в центре. Нужно учитывать то, что рожка не бывает вообще в зоне. Никогда. На чемпионатах, да-да-да. Рожка не бывает. Тут нужно учитывать, что там минус камешки... Вероятность того, что это будет Сталбер, тоже, ну, там, самая минимальная из всех вариантов, которые есть. То есть остается позиция под Ясной, вот эти вот поля, и остается вариант шутинг рейндж, такой прям. Ну, давай по процентам. Ну, не знаю, насколько шутинг рейндж, но то, что может уйти на ангар ниже и правее северного, вариант есть. Но мне кажется, это меньше 50%. Все-таки основная движуха действительно должна развиваться вокруг Ясной Поляны, этого залива, поля, возможно, Ясной Поляны. Но все-таки могут быть крайние угловые шифты, как говорил Алексей, и шутинг рейндж в теории, значит, по такой же логике и на Сталбер может уйти, но мы очень редко видим эти зоны на чемпионатах. Да, тут реально, ну, может быть, под школу, конечно, еще сейчас как все вот зацентрирует на следующий круг рожок нам, а потом вот угадывать. Смотри, если сейчас зона у нас, получается, уменьшается, и зона уходит от воды, которая вокруг карты, то это будет Ясная Поляна. Если же наоборот, то, скорее всего, у нас остается вариант вот верхней зоны, которая там возле северного, сам Шутинг Рейндж, возможно, гора. Но об этом через минуту поговорим, когда уже увидим, в общем-то, такие события, которые будут развиваться. Пока смотрим с тем, что у нас некоторые команды задумали, что там по ротациям, но по таймингам. И вот смотри, к примеру, тайминги для тех команд, кто самые дальние, они вообще там какие-то мертвые, да, там Нави не собираются идти, не собираются Юник передвигаться вперед. Вот все тайминги, которые могут быть, там это вот самые крайние команды, да, это Эльгиганты, Рейсио Рейдж, НЛТ могут, в принципе, уже там собраться, и Ликвид. Ну что же, Рейсио Рейдж под шутинг рейндж, возможно, не доедут до него, там в Кимпе остановится, недалеко от воды, хотя посмотрим, возможно, на северные, возможно, вообще какой-то большой объезд через Сталбер, там, под Ясную Поляну сверху. Ну, посмотрим, команда выбирает абсолютно разные стратегии. Вот мы только что обсуждали карту, вот как раз карты на экране не было. Ну, вот спасибо спектаторам, что они нам ее почаще показывают, пробежались по командам. Ну и уже, наконец-то, мы смотрим за ротацией коллективов. Юник находится на Сосновке, но это вообще самый-самый поздний будет выход. Вот. Да, это самое вообще обидное, что могло здесь быть. А два планера? И уже поинтереснее. Эрангель, два планера и полетел там со Сталбера, да, всю карту летать по кругу.
пол игры катаешься там. Не, ну сложно на Эрангеле, ну, хотя настоящие мастера, я думаю, спокойненько там и топливо экономят, и умеют высоту набирать. Все-таки мне хотелось бы, чтобы он был более маневренный, там легко очень тебя вскрыть, снять. Можно вводить вертолеты. 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 Хотя вот, вот бесшумная планировка, конечно, она тоже решает. И... Ну, конечно, в этом-то и фишка. Так, что там, скрипки упадет или нет? Я очень жду. Я очень жду этих вещей. Не знаю, вот киберспортсмены хотят ли или нет всех этих вот нововведений. Не хотят? Не уверен, что не хотят. Ну, не знаю, не знаю. Было бы, я думаю, нам всем намного интереснее за этим наблюдать. Ну что ж, действительно, вокруг залива пока располагаются команды возле Ясной Поляны. Иксолт чуть ниже уходит в кемпы, сверху на Адепты находятся. Там же Энс заняли уже заправку. На кемпы чуть ниже северно приехали Гиганты. Плюс еще один команд, еще третий даже туда наваливают. Ну давайте посмотрим за Торнадо, что будут делать эти ребята. Ну у них... Под Ликвид сейчас выезд, если честно. Тут параллельно в 100 метрах слева вот, да, вот эти вот ребята надвигаются вон они на фоне Торнадо. Кемп войдут здесь сейчас. Да, ого, интересно. Ну, Ликвид решили подождать. Да, они сейчас поймут, что сейчас, подождите, ребята, сейчас на рожок как уйдет зона, а потом вот это вот угадывайте наверх и вниз, и все равно будет вниз, и все равно возле школы она тоже может закончиться. Я так понимаю, тут какая-то неуверенность со стороны вот Ликвид. Торнадо там, понятное дело, что они опаздывают, ну, потому что там подальше был спот, они поэтому играют медленно, проверяют позиции. А Ликвид-то имели возможность тут сыграть быстрее и выйти в верхнюю часть карты. Вот, к примеру, в ТСГ они там ушли в верхнюю часть карты, уже разыгрывают там какой-то свой круг, придумали, его там уже начинают разыгрывать. Те же вот Rise Your Age, Гиганты здесь, да, то есть тут есть такое четкое понимание, что команду уже там определили, где будет зона, ушли, для нее тут занимают все позиции. Ну что же, выезжает Юник в Сосновке, поехали Нави, причем как-то в разных направлениях, двое направо, двое слева вокруг починок, двое пока Это западная ротация. Видимо, продолжают лутать. Наверное, под руины сейчас будут накатывать Нави, возможно, кстати, и под рожок туда подъедут, под Венецию. Ну, пока что в АМСе объезжают тоже под северный. Ну, вот Фантом объезжают также, да, у нас по западной части игры. Да-да-да, через Георгополь. Но мест там все меньше и меньше остается, разве что этот лес там чуть ниже Шутинг Рейнджа, самолет, но это край зоны, вон Сталбер, посмотрите, никто не верит в Сталбер, вообще нет, вот Сталбер и Рожок, видишь, две пустые точки, потому что этого... тут я думаю, очень, что Рожок вообще вот. Никогда, на него может уйти зона, но потом будет, опять же, либо вот вниз под Рожок, либо наверх на ВТСГ уйдет. Но тут еще, кстати, очень много все-таки вариантов, ждем следующий круг, либо станет вот ясно. Рейндж, либо поле ясное, все, вариантов немного. Знаешь, Шутинг Рейндж, это, там, грубо говоря, квадратный километр там с северным. Там 3-4 команды могут расположиться, поэтому посмотрим. Там очень долго душат Blaze в сторону Team Liquid. Мы видим постоянные прострелы. Ну, они... Больше экшена, смотрю, против гигантов. Blaze уже определились. Это любимый кемп турецких команд. Там играл и Айра в свое время, и многие ребята. Вот здесь под желтыми домами Ясной Поляны, чуть ниже в кемпе, плюс контроль дороги. Это какая-то фишка из этого региона. И давайте посмотрим, вот сейчас угадают ли они зоны. Вернется все вот на поле Ясной Поляны. Может быть, еще Mansion там останется, и почему бы и нет. А я бы хотел увидеть Сталбер. Вот Рожка нету в финальных зонах, а Сталбер есть. Сталбер, грубо говоря, уравняет всех команд. Верхняя часть Сталбера. Соберет у всех команд шансы. Там будет уже рандомом все решаться. Чуть-чуть выше буковки B на экране. Вот там может быть финальная точка вот в этих домиках. И чуть-чуть ближе к воде. Там тоже я видел. На чемпионатах. Так, Удир. Да, нормально. Нужно подымать. Никто не добивает. Но это минус тайминги, да, там будущее и розыгрыш у тебя уже нужно учитывать, что один игрок во втором ноке будет, не в первом. То есть тайминг немножечко сдвинуться, нужно будет быстрее разыгрывать. Ну, игрок будет действовать менее агрессивнее. Ну, да, логике. И это заставит его играть чуть пассивнее, да. Чуть-чуть где-то аккуратно придется действовать, там, не знаю, что там со шлемом, поправили ему или нет, найдет ли новый. Ну и пока, друзья, что можем сказать. Нави въехали ближе к Рожку, они занимают гору, тоже понимаю, что сейчас может быть эта самая история, о которой мы говорили. Сейчас будет история, где кто-то не угадал. И не угадали как раз те команды, кто играли под Shooting Range. Это Ясная Поляна. Это Liquid, это Торнадо Energy, вот эти парни угадали. Это Blaze, это Exalt.
Ну, это даже адепты, которые сейчас, возможно, трехэтажки себе отожмут, там в нижнюю часть ясной ворвутся, хотя бы, чтобы поле просматривалось, если что, можно было из города очень быстро выйти. Ну, Энса вокруг заправки, они, в принципе, там и укрепятся, они могут переехать мост и занять кемпик за мостом, почему бы и нет, тоже хорошая позиция. В ВТСГ переезжают через мост возле Рожка, там а тут, сейф, знаешь, лес можно групп, занять. Он уже прям говорит, что зона будет в поле, тут реально вот все команды, которые остались, они должны уже идти именно в позиции возле полей занимать, там, за кемпы драться, ясно, должны заселять команд, там, по несколько команд должно быть ясный, там, какие-нибудь 3-4 команды в ясный минимум окажется в итоге. Да, тут уже вариантов других нет, на самом-то деле, вот если бы чуть-чуть левее, да, все бы еще думали, может быть, просто остаться на севере. Просто, ребята, вот в игре на есть севере мертвая точка, это Рожок, ты должен понимать, что Рожка никогда не будет в зоне. И, то есть, вот сейчас команды уже прикинули, что если учитывать, что нет Рожка, куда уйдет круг? Он не может уйти, там, в озеро, в воду, да, он не уйдет туда. То есть, логично остается только одно, что это поле. Ну что же, два игрока Na'Vi остаются на хэштегах. Так, его задавили очень легко. Ну ладно. Немножечко задержался. Один ворвался, тут в сплит решили сыграть торнадо. Как-то у торнадо сегодня начинаются все розыгрыши с потерь. Вот потери, потом команда играет. Вчера как-то, ну, не то что поспокойнее, а постабильнее в этом плане все было. Так, гиганты там через Сталбер, через горку. На Сталбер приехали гиганты такие. Ну ладно, парни, мы тут сейчас по горе будем играть. Тем временем Фантом уже топ-7, кстати. Гиганты что, верят в правое поле Ясной Поляны? Ну это нереально практически. Хотя может быть, на самом-то деле там тоже бывают финальные матчи. Но редко. Чуть-чуть выше вот правого поля. Там просто край Гроуга. Да, не опаздывают, они будут заезжать там под Мэншн, скорее всего. Там где торнадо хотели. Там в Ясную Поляну влетят сейчас, смотри, эти они, гиганты. Они, скорее всего, там вот в лес зайдут сначала. Ну, над Ясной Поляной посмотрят. Ну, там вот сюда. А, надо возле Мэншн. Ты имеешь в виду под Мэншн? Не, над Ясной вот что-то заезжать. Ну, конечно, если ничего не останется, то можно и туда. В Ясную ворваться можно. Нет, сказочный лес тоже такое себе место опасное. Ну, им нужно что-то зацепиться, им нужно заехать в зону и там уже от позиции играть. Посмотрим, что они займут, ладно. Это не столь важно, они там одни катают. Так, ну давайте посмотрим, что здесь за Levi. YMCA, напротив адепты. Вообще, у гигантов там 6 поинтов. И понятно, что гиганты сегодня не в лучшей форме, скажем так. Как Фантом вчера, да? Ну да. Ну вот, да, вышли над Ясной, осмотрелись. Оп. Морфеус пошел вперед на разведку. Врезался. Да, раздамажился. Ну, еще и хилится здесь. Смотри на него. Ну, что, все. Постою, похилюсь. Ну, в принципе, за зоной, да, вряд ли кто-то там. Он, видимо, специально стопался. В починках вряд ли кто-то останется. Тем более за синей зоной там, да, катаясь. В YMC занимаю заправочку. Ну, тут уже поинтереснее позиция. Нужно будет против леса играть. Возможно, будет там пустое здание желтое, под которое можно выйти ближе к полю. Так, Na'Vi 3-1. Оставили Сеню на хэштегах в ранней трехэтажке. А вся остальная команда вот в этом квадратном кемпе правее Рожка. И гиганты начинают приключения. Выход под лес. Да-да-да. Вот то, что я примерно и рассчитывал от команды увидеть в столь позднем тайминге. Но смотрите, они въезжают в лес тогда, когда круг закроется. То есть они въехали поздно. Они не соберут информацию. Нужно будет дальше действовать. А вот они разворачиваются. Райсу Рейдж, что смотри, встречаются с фантомами. И будет очень интересно, так фантомы тут разваливают, по идее. Минус один есть. Лоса прилетела, второй уже принимать. Бустер не дорабатывает по Гекси. Гекси может дальше крутить, у Крента мало хп. Так, хелпа нужна. Диас подбегает, но он пока не может помочь своему нокнутому тиммейту. Бустеру придется, скорее всего, здесь, ну, либо убийца далеко, да, отползать, либо терять его. Нет, ну, нет, Крент успел. Убийцы там под школой, вообще в горах, там пытаются настрелять в эти позиции. И, конечно, здесь ребятам крайне сложно будет втроем, но пока не так уж все и плохо. Рекрент, если отхилить, еще поднять. Тиммейт тут не добивают бустера. Ну что, Диэс, куда поднимать? Да, нужно было поднять. Молик сверху. Молик, все, нет, не минус. Поднять. Ну, просто закидали гранатами. И бустера без шансов его уничтожают. Ну и давайте посмотрим. И все, тут пошли, смотри, уже в упор. Гекси выходит вместе с своим тиммейтом. Колдаменты хорошо развели соперника на прицел. Убили прицел, вышли, добили. Лос. Ну, мастерская игра от Райсу Рейдж. Знаешь, сыграли как в самом правильном шутере. Развели на прицел, увели прицел просто соперника. Куда-то там в правую часть экрана развалили оставшихся. Осталось найти последнего. Ну, браво, браво, Райсу Рейдж. Сейчас сыграли как максимально жесткие. Задача убийцы, конечно, крайне сложная. Во-первых, ворваться в зону. В соло, ну, есть транспорт у него. Ну, а как вообще, как объезжать? Через сказочный лес, через мэншн. Да, объезжать? В Ясную Поляну просто вылетает ему теперь просто игра. Играть соло ниндзю, объехать так, все, ехать в город. Батулин, так, ну, проблема у турецкого коллектива. Два хп тачки, два хп, липсин, ну, давай, все, две все, тычки, все. Раз, два. Спасибо за поинт, ребята, спасибо, что раздамажили. Там красиво, еще и теме досталось, не только Нуки в этой ситуации, Play with Me хорошо поработал, так, НЛТ в полном составе тут продолжают
разваливать Рекс, Юпейзик. Ой-ой-ой, а куда же это въехать? Ну, в ямку, последний шанс, что никого в ямке не будет. Нет, он решил дальше. Ну, Спайро, давай, просто сбривай его. Бам! Ну, бешеные, бешеные парни из Раины ворвались. Подарили поинты, подарили огонь. Ну и проиграли. Так, ну... Это было неплохо. Кто еще будет ехать? Убийца. Хорош, выжил. Под зажимом. Батурин. Еще один подгончик поинтов для NLT происходит. Так... Зачем? Ну все, тут умрет. Все дарят поинты NLT сейчас. Смотри, это вот четвертый приехал. Там взрывает. Или зона. Лучше за зоной, конечно. Но голову ставит. Ну хорош, что же, хорош, минус Фантом, остается 14 команд в этом матче, друзья, дроп падает на Юник, они видят Блейз, с другой стороны у Блейз заезжают NLT, и там еще и Рейс и Эйдж подъезжают в спину к Юник, ну, в общем-то, продолжается драка, наверное, на южной участке карты, занимают, как я и говорил, трехэтажки, адепты нижние, у них под контролем край. А тут новый тир, Тата, как поля... это такое? Ой, новая подъехали. Это минус первая тачка, перезарядиться и вторую тачку забрать, там просто без вариантов, ага, за зону решил крутить, ну давай, крути, подымаясь на УАЗике в горку, давай, удачи тебе там потерять время. Вообще выбора нет. Ну а что оставалось? Только так. Боли и страдания для Race Age. Куда же эти парни вообще въедут? Непонятно. А я тебе скажу. Под команду NLT им мало завезли поинтов. Так, под NLT надо заезжать. Батулин, ребята, они дойдут, смотри, реально. Они под NLT, все красава, красава. Новые поинты подъехали. Давайте, Батулин, ребята, уничтожаем. Отлично. Не, что это? Кто украл? Лакса. Откуда? Рядом, ну, рядом в домике. Да, ну не так уж рядом, там 100-150 метров. Ну, пострелял хорошо. Застилил. Да, ну, в принципе, его команда тоже работала по этому УАЗику, поэтому, ну, непонятно. И юники работали. Ну, что поделать. Но геймплей-то у нас следующий, все завозят поинты NLT. Они нарушили правила. Так, ну и, в принципе, NLT там еще могут на краешек поля выйти. Тоже шанс есть, если справиться с Блейзами и Юник. Все-таки Блейз удерживает свой кемп и будут закрывать сейчас спину. Юник подобрали дроп, у них есть транспорт. Странная оборона от ВТСГ. Это оборона или атака от ВТСГ? Нет, ВТСГ заперлись в одном доме всей команды. Ну что, начинается прогрен от Liquid. Ну, как-то они по одной забрасывают. Ты посмотри, вот забросил один, они убегают из комнаты. Да. Почему не забросить три одновременно? И все, плюс молики, и вообще будет жесть. Просто сейчас у вас Liquid закончится гранаты. Liquid теряют гранаты впустую. Да-да-да, а в ТСГ потом вас могут похоронить. Это же лучшая команда на гранатах вообще, по-моему, в мире. Там одной гранатой могут всех закрыть. Да-да-да, там грученая, рикошет там все. Итак, смотрим. Как-то Liquid тут заигрались, видишь, в итоге они никого там не смогли даже нокнуть. Но они держат под контролем этот дом, у них тут а есть дело в том, что Джим в засаде. Тут уже Нави все ближе и ближе, тут тебя будут закрывать уже в спину. Ну, Джим закрыт от Нави, да, Нави уже два игрока в этот лес переместились, ага, тоже вот налево. Ага, два игрока, минус тап. Так, там заехали Rise Rage, что ли? Таба по дыму, тап просто в окне там побаловался. Rise Rage минус, Blaze Esports, также там хорошие поинты заработаны, Юник продавили их, да, плюс там третий набор был одного из игроков. Но NLT теперь их попытаются заблочить. Торнадо в желтых домах, у них все хорошо. Гарри Поттер под контролем, XOL тоже, 2 плюс 2 там. Я так и не понял, у них Гарри Поттер плюс Холмик или двое в контейнере там вообще засели у XOL? Да, похоже, два контейнера, два башенка. Ну, сейчас нам поле покажут, друзья, мы увидим поле и поймем, как лидер турнирной таблицы там удерживает. Ну, тут жесткая зруба возле леса, вот. Liquid, ВТСГ, Na'Vi, там рядом ENS и YMCA, 5 таких довольно интересных команд. Ой-ой-ой, сейчас Сеня заметит, как Юник будут, по-моему, ехать на него или не заметил. Сейчас посмотрим, сейчас у Сени будут проблемы. По-моему, заметил все-таки, ну, он именно в эту сторону смотрел. Правда, он мог увидеть NLT. Там Сеня, скорее всего, уже сам должен. Да, влетает Сеня, пытается не пустить в кемп, сейчас play with me, но там больше, молодой приехал. Весело снимается, также идет. Вот она драка. Так, Сеня в итоге подъезжает. Там-то пулеметик на пол хп, правда, play with me. Заметил соперника в упоре, просто на префе работает, потому что ему одну. Мало хп, но нет, все-таки переигрывается игрок команды Нави, но молодой за секунды разбирается. Минус Сеня. Ну и все, Нави отдали сейчас своего. Ну, подожди, Нави решили играть до конца. Пошел тап сюда, на помощь влетает Беслач. Решили отомстить за Сеню. Джимса все-таки нокнули в ТСГ. Я думал, эта позиция все-таки зарешает, но пока, видимо, не так все круто. Да тут все как плохо, для ТСГ и Liquid. А Сэмки продолжает отлетать первым номером. Ну да, у него агрессивные задачи внутри этого состава команды, но... Ох, Мирок остается один. Liquid, молодцы, вышли, забрали двух игроков. Мирок, хорошо тут.
Контринициировал эту атаку, забрал Химайн, да. Забрал его, да. Ну и в итоге НЛТ там на краешке уже чувствует себя очень даже хорошо. И посмотри, Парфум ворвались в этот кемп к Ликвидам, сейчас в IMCA. Попытаются еще добить Ликвидов. И есть хороший шанс, потому что Химайнда нет, Джимс в ноке. Это видели парни. И если получится сейчас протаковать, нет, видишь, они просто заняли. Так да. Сейчас Нави займут поле втроем. Да, Сеню потеряли, но если НЛТ им не помешают, там такая вот низинка, ямка. И от этого Сена еще можно поиграть. Но пока НЛТ их не выпускает на честь чемпа. Они как бы уже вышли из, не на горке, из домов, на да. То есть они уже контролируют, а Нави придется сначала отбиваться, а потом выходить. Ну, а им все равно потом под торнадо придется выйти в эту зону. Там есть низинка на краю поля, да, они будут сейвить от торнадо, если так проползти. Но, ой, а куда гиганты поехали? Куда поехали гиганты, ребят? Сейчас нам покажут гигантов, они едут прямо вот торнадо Energy. Экзампл принимает первого. Принимает второго, второй слот почему-то не переключился, гранатку под себя отбрасывает, сейвовую, и хватает патронов просто до последнего. Гранат отрабатывает, какой плохой был прострел только что в прыжке от игрока, тут какой-то развал происходит, все, минус, выстояли торнадо, никого не потеряв, отлично. Так, аля-аля, не поставляйся, ой-ой-ой, еле забежал в домик, могли сейчас и застилить там. А в IMCA заехали, остановились, Ликвид захилились и пропушили двойку. Ну что же, в этот момент чуть-чуть, недалеко, там метров 100, находится команда Энс. Но Энс, походу, будут въезжать в поле и выстраивать уже из машин какое-то себе укрытие. Как Солт, возможно, ну, вот попытаются въехать. Скрики нет, просто въехал в поле, Алексей нашел упал. Низиночку какую-то и... Так, тут сейчас гранаты будут очень-очень важны в этом эпизоде, если у АМСА они есть еще. И Энс решили, смотри, просто выйти по АМСА, забрать первого игрока. Есть ног, добить бы Койоти. Койоти за домиком. Нет, его не увидеть. Но не отпускают лонга. Ну и Ибица сейчас тоже уже начинает выстрелиться в окошечко под Диггера, под Растенмара. Если ребята там от забора сейчас чуть-чуть там открываются, то Ибица будет их нокать. Это тоже не все так хорошо. Они просто забивают и убегают к своей команде. Отличное решение. Правда, Ибица их может заметить. А ну, время. Они работают на время. Они понимают, что там драться еще, знаешь, придется минутку. Плюс, потом отступить обратно, возможно, ног. Лучше отойти там и залетело. Сыграть его. Да, супер, супер. Ну а куда тут драться, конечно же. Тиммейт, он уже в поле. Ты тут с двумя командами будешь драться. Прибежали, забрали свою тачку и приехали к тиммейтам. Все. Ну, у XOL скучный матч получается, к сожалению. Но зато по очкам им нужно, да, немножечко наверстать упущенное. Все-таки это у нас какой уже? 10-й, да, матч? Да, да, это 10-й матч. Они, видишь, первое место отдали Team Liquid. Да, у них уже 84 очка. То есть они свою десяточку не делают. Плохо, плохо. Уже хуже сыграли, да. Так, Койоти, ну тут легкие фраги для Ибицы, друзья. Нави вышли в поле, это было ожидаемо. НЛТ также вышли в поле. Торнадо остаются в своих желтых домах. Эксолт по центру, в трех этажках адепты. И к ним падает дроп со стороны, ну, трех этажек. Но теперь мы уже посмотрим на город, да, на выход из города, как адепты будут работать. Ну, тут логично уже. Наконец-то ситуация со стороны города решена. X15 ДБС. Интересный сетап, конечно, мог бы получиться. Но не работает. Такой так себе сетап. Я еще не видел, кстати, в лиге применения этого дробаша классного. Ты не увидишь. Чтоб там кто-нибудь с ноги ворвался, налево-направо раскидал. Ты не увидишь, скорее всего. Ну надо пропать. Слишком уникальное. Шутган этот. Хотя бы один дробаш должен раздавать. Не, ну тут, конечно, дробаш. Вот так он и раздает. Как раз. Ну, в паблике. Ну, вот так, чтобы здесь, знаешь, в дом зайти, и это было бы лучше, там, чем с любым другим девайсом, например. Ну, и смотри, в итоге это строение из транспорта для Энс оборачивается очень такой плачевной, видимо, ситуацией. Они там двоих теряют в ногах постоянно. Так там с крыш, да, их обстреливают, там, и уже в наглую выезжают, их поджимают ноки. Уже трое в ноки у Энс. Все, сейчас ноки едет на эти ноки. Вот так вот получается, включите нам ноки, ребята, там, вот он, там жесткий пуш, да. Видно его здесь. Какая жесть происходит. На ноге заходит. Ноги, давай. В это время там, да-да-да, торнадо продолжают убивать. Минус 2 торнадо. Теперь НЛТ сейчас пойдут их закрывать. Но Энсу большие проблемы. Они пытаются уйти. Еще один ног хороший от Ноки. Добивает. Еще и Диггер в присел просто вылезает. Здесь не получается добить. Ноки как-то еще перезарит чуть раньше, чем нужно было. Диггер все еще выживает. У Team Liquid там постоянные разноки. Они еще раз резаются, еще раз пытаются выйти дальше в зону. Да, как XOL так близко к себе подпускают. Там с Гарри Поттера. Они не могут сами активно играть, XOL. Они в таком так же окружении, как и до этого находились Энс, можно сказать. А, все, заметили Фанома, который подтягивается. Ну и, знаете, адепты сейчас могут пострадать в этом маневре, когда они пушат Энс. Могут поставить под XOL. Тут Ликвид, смотри, очень долго продвигаются в сторону Нави. Очень сейвово.
Да-да-да, и скоро ребята друг друга уже будут замечать. По рвам там пока двигаются команды. Ну что, NLT дерутся с Торнадо Экзампл. Да, его не спасти, он был последним. И Флейми, ты посмотри, сейчас может забрать еще и Мелмана. Да, остается один Аля Джиджи, последний игрок команд Торнадо. Здесь же Адепт вроде бы не пускают Энс. Смотрим за Флейми. Минус Торнадо. Да. Сработали хорошо по Торнадо здесь, парни. Ну да, если бы сейчас не с одной стороны, то NLT бы с другой стороны бы уже закрыли. Минус Энс тем временем, адепты их дожимают, правда, Фаном, как я и говорил, не только заметили, но уже и нокнули, Exalt, Энтропи, что там делает Трик, Трика просто живет. Да, они вот, знаешь, как Центре адепты до этого иногда там приехали, прилегли немножечко. Фанома все-таки добивает игрок команды Exalt, ну а Нави, похоже, что сейчас разберутся с Джимзом, возможно, даже найдут Ибицу. Есть пятерочка киллов у Team Liquid. Зашли они уже в топ-6. Неплохо, но Liquid, конечно, могут и выше. Здесь прыгнуть. Итак, зона уходит дальше под команду Na'Vi. Придется уже и NLT выдвигаться вперед. Мы вот видим как раз ситуацию со стороны NLT. В сторону Na'Vi, если идти, есть немного сена, за которым можно спрятаться. Вот количество укрытий каких-то поболее приятных здесь. А, ну есть холмик вроде бы, да? Если я не ошибаюсь, там на полпути будет еще у парней холмик. Может быть, поживут. Ну, вопрос, как остальные сыграют тогда. Так. Хотят Флейми, видимо, уже забрать. Что же делать Na'Vi? Как им тут выжить? Ну, ситуация у них очень неплохая. Главное сейчас никого не потерять, не остаться вдвоем. Na'Vi должны среагировать на ту ситуацию, которая возникнет между командами там, Exalt, NLT. Да-да-да. Сейчас все будут драться, кроме Na'Vi. Да, то есть Na'Vi нужно просто работать по ситуации. Na'Vi заехали, как оказалось, в очень приятный тир. Смотри, очередная игра, где Na'Vi до последней зоны фактически живут. Да-да-да, шикарный день от парней. Ну, всегда можно, конечно, лучше там. Но сам факт того, что кроме первой такой разыгровочной игры, у Na'Vi все идет по хорошему сценарию. Да, в этом матче, да, потеряли Сеню, но что поделать, он зацепился там за позицию, команда в итоге ее удержала. Ну вот NLT сейчас очень хорошо держится, посмотри, они не работают вот так вот упорно по какой-то команде, они пытаются жить, они пытаются выйти дальше в зону. NTT Gaming заканчивается, Флейми нашли, Тап также обнаружил последнего игрока команды Liquid, и его забирают, минус Ибица. Теперь три команды, Na'Vi, Exalt, которые только что подняли своего тиммейта, и фуловый состав. NLT. Так, ну что, Шиф полетел в ров, занимает ямку ближе к центру. Здесь отличное вообще укрытие у этого парня для этой финальной разборки. Главное, по другой план не подставится, Шиф! Воу-воу-воу! Ну, выжил, там понимал, что может заиграться против NLT. Отошел обратно. Так, NLT ждут дроп, как я понимаю. А они пока смотрят на парашют, который над их головами. Ну, NLT в зоне, посмотри, тут все команды в зоне просто будут ждать, видимо, появление новой зоны, чтобы понимать, куда смещаться в дальнейшем. Да, вот аирдроп подлетает. Так, третий набор, то, что нужно сейчас команде в этом лейте, когда всего три команды остаются. Ну, возможно, МКшечку хотелось бы, да? Так, что там Спайра забирает? Это дроп? Пулемет. Пулемет. Ну, не лучший, конечно, девайс. Тут можно было МКшку какую-то. Да ладно, нормально будет нашивать пшеницу, зажимать в конце, когда зона станет еще поменьше. Но... Итак, зона уходит под NLT больше. Да, больше в центр. А что там что делать? Зачем? Неужели не было другого варианта, как отправить одного вот так вот увести? Ну нет, даже если бы увел внимание, как бы дальше Na'Vi... Хотя Na'Vi были... Ладно, непонятно, не суть, не суть, да. Непонятно, почему решил. Вот, видимо, не хватило либо какой-то информации, либо фейк-инфа зашла. Но факт остается фактом. Na'Vi вдвоем в этом розыгрыше финалки. И, конечно, там полные составы. Теперь Exalt, полный состав NLT. Манки падает, его уже не спасти. Это шанс. Да, NLT шикарные шансы. Они работают на два фланга и разбираются с соперником. Они могут закрыть Na'Vi, да даже Exalt особо и не мешают. Ой-ой-ой, второго могли забрать. Можно дорабатывать машину, может быть, взорвать парни. Давайте посмотрим, что сейчас будут делать. Ну смотри, Дип дает ног, минус Адир. Шиф пытается отвечать. Да нет, тут переигрывает, пока NLT есть 7 киллов, и можно еще в дальнейшем продолжать так же верно играть. Хорошо, что дальше? Забирают манки. Итак, NLT все ближе и ближе к победе. Это будет очень важный розыгрыш для NLT, учитывая, что впереди еще двое рангеля. Можно много поинтов увести с собой в конце этого дня. Ну, давайте посмотрим. Ну, Na'Vi играют аккуратно. Perfect XX контролит. Три игрока NLT контролят команду Exalt. Ну, это уже трех оставшихся соперников. Ну, и Na'Vi сейчас надеются на то, что, конечно, друг друга постреляют ребята. Возможно, они кого-то подловят. Но у них такая вот сейчас рельеф не очень удобный. И им вообще не очень удобно перестреливаться. Да их вообще двое. Тут открывается первый игрок, остается последний. Все, ты и не попытаешься даже ничего сделать уже. Так, чуть не долет. Но близко было все равно от NLT. А вот и шанс. Батулин в сейве все-таки выживает. Шиф меняет позицию.
мешает трава, конечно, работать. По-моему, заметил. Нет, не заметил. Ох ты. Минус еще один. Еще один минус. Да все, разбираются NLT-красавчики. Находят киллы. Да там и позиции не Шива было. Нашли. XSOL, чтобы жить. Отличная работа. Минус весь состав XSOL. NLT зарабатывают. Сколько там же киллов? Десяточку, наверное, за этот розыгрыш они заработали. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим, что вообще Na'Vi будут делать. 2 в 4 ситуация на финальной зоне. Есть ли смысл драться? Ну, тут уже, наверное, есть смысл драться. Тебе в чистом поле, может быть, и не дадут даже убежать. Конечно, конечно. Тут нужно попытаться переиграть как-то во внезапности. Будет, наверное, быстрее. Вот Кемба сейчас неплохо подцепил там на минус 40, залетело. Но сам не знает об этом, что все-таки дал он урончик. Все, уже ушел от этого сена. Перфектик. С Кемби залетает. По нему есть информация. Без лоча 35% граната здоровья. Еще одна. Нужно отхилиться. Батулин заряжает гранату. О, близко. Хорошо. 13. КП Кемба хилится дальше. Если еще граната на LT, сейчас посмотрим. Батулин стангует справа, двое слева. Есть ног, есть ног. И без лоча, что последний. Его видели. Все. За зону нужно убегать. Или попытка. Борется. Нет, понимаешь, все-таки там 4 игрока не нужно давать этот поинт. Итак, это победа за командой NLT. Ну, Na'Vi играют стабильно, опять же, не считая первого матча. Все очень круто у ребят. Хорош NLT, хорош. Вот то, чего не хватало NLT, победки. Больше уверенности. Шикарно. Na'Vi молодцы. Все-таки. Нечего добавить, команда показывает уровень. Команда реально устроена на победу. И впереди еще один день, то есть мы посмотрим записи, еще больше информации, кто как играют команды группы С, как играет группа, которая вчера играла. Там Батулин уже очки приготовил на интервью. Отлично сыграны парни. Na'Vi тоже красавчики, учитывая вообще их ситуацию, как они отыгрывали. Все круто реально. Ждем еще два Эрангеля, ждем Сосновку, друзья. Но Леша говорит, что возможно, сегодня не будет. Ну смотри, 4 матча у тебя было, и 2 из них были Сосновки. Ну одна и половинка. Ну все равно там часть игры была Сосновка, Тав. Ну слишком круто. Давайте послушаем победителей.